Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Москве на ВТБ-арене. Здесь, в Москве, родина, столичный клуб принимает «Нефтехимик» из Нижнекамска. Вот как завершились уже два матча, которые стартовали ранее в 15-м туре. Передача на правый, видимо, по идее, там должен был подключаться Воропаев, а вот момент у Калмыкова. Калмыков удар, под рукой мяч пропустил, как ни крути. Обухов, но я так понимаю, что будет желтый у нас. Настоящий нападающий мяч не должен уступать, даже партнеру должен бить сам все равно. Угловой удар в дальний угол, 1-0, 1-0, открывает счет «Нефтехимик». Но мы будем еще это разбирать. Безусловно, во-первых, отмечаем, что забивает не кто-нибудь, а Максим Шоркин. Еле-еле, едва-едва не достал. И оба раза он забивал после того, как отмечался забитым мячом Уриди от момента уродины. Опасная ситуация, удар низом! Не пропускает мяч Обухов под собой. Это третий голевой момент, безусловно, для хозяев. Контратака. Уриди слева с мячом, двое против него. Пас классный назад, Лайкин, удар! Гол! 2-0! Со второй попытки забивает Максим Лайкин. Третий мяч Максима Лайкина в этом сезоне. И снова он забивает второй гол в составе своей команды. Не идет. Атака справа. Развивается прострел в опорной зоне. Вот такой подбор удара штанга. Штангу мяч уже облизывает после удара Дмитриева. Зона. Берегись. Да, с поля прилетели. Атака Родины. Отдача от Петухова. Удар Обухов. В лучших своих традициях этого сезона в том числе продолжает команду выручать. Пробил Иван Тимошенко. И это победа. Победа «Нефтехимика» из Нижнекамска.